Да чего вы расстраиваетесь? Ну не сдадите ЕГЭ. На калькуляторе считать умеете. Пойдете в буфет работать. Ах, Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой. Служила наша Танечка в столовой заводской. Хорошо сдают ЕГЭ умные и красивые, а плохо сдают ЕГЭ просто красивые. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Не волнуйся, что ЕГЭ не сдашь, не переживай. До сутру ты ходил, долго готовил, ты выполнил, и чего, ты сильный, крепкий, грузчиком пойдешь работать, жизнь будет прекрасна. Грузчик, грузчик, парень работящий. Грузчик, грузчик, прет, кладет и тащит. Вы так к экзаменам готовитесь? Как будто собираетесь всю жизнь работать кондуктором. Над тамбуром горит прощальная звезда. Кондуктор не спешит. Кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Вот кто не хотел отвечать на моих уроках, молчал все время, вот и будете всю жизнь молчать охранниками. Почетно и сопитно наша роль, да наша роль, да наша роль, да наша роль. Домашние задания не выполняли, уроки прогуливали. Улица вам мести. Всем классно. Что единственное? Целый год вы плохо учили. Вы что собираетесь? Всю жизнь на гитаре тренькать? Я бычок подниму, горький дым затяну, люк открою, полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. С таким подходом к учебе вам только суп варить. Ай да поварика, варь-варь-вика, ай да поварика, варь-варь-вика. Если вы плохо сдадите экзамены, то всю жизнь будете продавать шаурму с капустой и без мяса. Кто на физкультуру не ходил, прогуливал, плохо учился, к экзаменам не готовился, тот полы будет мыть. Ну не сдадите ЕГЭ, девочки, готовьтесь идти замуж в ЗАГС. Мальчики, готовьте сапоги, идите в армию. Хочу я замуж, замуж хочу, да ты не бойся. Я все оплачу, надеть бы белое платье, пойти танцевать. Здравствуй, небо в облаках, здравствуй, юность в сапогах. Пропади, моя тоска, вот он я, привет, войск. Все профессии нужны, все профессии важны. Ай да мы, ай да мы,